К началу весенне-полевых работ на предприятиях подготовили почвообрабатывающую и посевную технику, приобрели минеральные удобрения. С наступления оптимальных погодных условий в Анапе начался сев ранних яровых культур, которые займут 9500 гектаров. На данный момент идет загрузка семенами ячменя. Ячмень весь протравленный у нас, подготовленный, почва подготовленная. Семенной материал яровых зерновых культур заготовлен полностью. Сейчас приобретаются семена овощей, кукурузы и подсолнечника, сев которых будет проводиться в апреле. Продолжаются работы по подготовке почвы. На сегодняшний день запасы влаги в почве неудовлетворительные, поэтому сдвигаются у нас сроки сева, и где-то на 10-15 дней мы в этом году будем раньше начинать сев подсолнечника, кукурузы по сравнению с прошлыми годами. Заместитель главы города Александр Колесников – грамотный и инициативный руководитель. Он любит землю, хорошо знает агротехнику, культур, умеет выстраивать отношения с людьми, доброжелателен и романтичен. Недаром его имя-отчество Александр Сергеевич всегда ассоциируется с одним приятным россиянину именем – великого поэта. 20 марта у Александра Сергеевича день рождения. Несмотря на это, он работает. У него много планов по развитию сельского хозяйства, малых форм хозяйствования на анапской земле. Александр Сергеевич помогает крестьянам открывать новое производство и верить в себя. А главное, таланты и знания этого молодого человека из команды главы пригодились там, где он родился и вырос.